И к другим новостям. Жителя Кыштыма спасли от внезапной смерти. У мужчины было нарушение ритма сердца и диабет. Местные врачи не надеялись на излечение пациента. Отчаявшись, супруга мужчины обратилась к депутату Государственной Думы, и теперь ее муж снова живет полноценной жизнью. Еще несколько месяцев назад врачи давали Николаю Пустозерову самые неутешительные прогнозы. Говорили, что вероятность внезапной смерти больше 90%. У ликвидатора Чернобыльской аварии долгое время были проблемы с сердцем, из-за них мужчина буквально не мог поспать. Оно всегда выходило ночью. Днем я еще как-то где-то встану, где-то пройдусь, где-то что-то шевелюсь и все. А ложись ночью, все, и вот она начинается ночью, где-то 12 ближе. И все, и до утра одышка, и все, и ничего не можешь сделать. За помощью супруги обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Парламентарий поручил отправить мужчину в дорожную больницу на обследование. Уже там врачи определили правильное лечение и стабилизировали состояние. После этого Николая Владимировича направили в федеральный кардиоцентр. Там ему провели сложную операцию и установили кардиостимулятор. Подобных обращений поступает очень много, к сожалению, потому что люди часто сталкиваются с черствостью и непониманием на местном уровне, когда реально от какого-то руководителя или от какого-то небольшого чиновника зависит жизнь человека. После операции Николаю Владимировичу была нужна реабилитация. Парламентарий решил и этот вопрос. И теперь, после отдыха в санатории, мужчина вернулся к полноценной жизни. Вновь водит машину, занимается с внуками, а весной даже планирует помочь сыну построить дом.